Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Итак, друзья, у меня до бабушки раньше было очень сложно дозвониться. Почему? На самом деле, две основных причины. Когда ей звонишь, она не видит, кто звонит, потому что маленький экран. И вторая причина – она не может перезвонить, потому что плохо попадает по маленьким клавишам телефона. Это неудобно, друзья. И вот решение сразу двух этих проблем. На самом деле, еще и большего количества. Это вот этот потрясающий телефон. С большими клавишами. С большим, удобным, ярким дисплеем. С громким динамиком, с выносливым аккумулятором, со стильным, приятным дизайном. В конце концов, друзья, у него, вы посмотрите сами, три цвета. Три цвета на выбор. Это красный, золотой и черный. Выбирайте тот, который вам больше нравится. Стоит всего 1999 рублей. Закажите несколько, два, например, и карту памяти получите еще бесплатную доставку. Итак, друзья, отличный, стильный, яркий, привлекательный дизайн. При этом невероятное удобство. То есть вы не будете прицеливаться, чтобы попасть на нужную клавишу. Вот я, например, тоже даже обладая более-менее нормальным зрением, среднестатистическим, не всегда справляюсь со своим мобильным телефоном, потому что клавиши, на мой взгляд, маловаты. Я промахиваюсь, а набираю не тот номер и начинаю нервничать, начинаю раздражаться. Здесь совсем другой разговор. Посмотрите, большие клавиши, громкий выносливый аккумулятор и динамик, еще и фото- и видеокамера, двойной фонарик. И все это в одном телефоне всего за 1999 рублей. Итак, друзья, давайте посмотрим, что это такое. Это обычный, причем дороже нашего, телефона. В чем его недостаток, по моему мнению? Итак, я вам сейчас продемонстрирую. Смотрите, нажимаю на одну клавишу, попадаю сразу на несколько. То есть одним пальцем на несколько клавиш. Это неудивительно, клавиши очень маленькие. Плюс еще дисплей тоже небольшой. Есть решение. Есть решение этой проблемы. Вот оно, наш телефон. У него, посмотрите, клавиши, очевидно, больше. У него дисплей и больше, и ярче. Еще у него дизайн, вы посмотрите, какой потрясающий дизайн, посмотрите, как здорово он выглядит. Причем абсолютно с любой стороны, что спереди, что сзади, видно, что фото- и видеокамера, видно, что динамик громкий, здесь все продумано до мелочей. Плюс, друзья мои, есть у нас цвета такие трендовые, золото, красный и черный, и даже чехол. То есть вот это чехол. Вы при заказе во время прямого эфира этого телефона получаете вот этот чехол в подарок, который не просто надевается на корпус, он вживляется, вот, вживляется в корпус телефона, друзья. И все, вы получаете по-настоящему стильный и защищенный телефон. Посмотрите, как удобно, когда вы нажимаете на нужную клавишу, у вас тут целая огромная цифра высвечивается. И плюс клавиши не просто большие, цифры не просто большие нарисованы, они выгравированы. То есть каждая цифра выступает на ощупь, можно понять, что это за цифра. То есть набирать фактически можно вслепую. Итак, друзья, что он умеет? Посмотрите, тут даже меню продумано, чтобы глаза не напрягались, чтобы зрение не напрягать. Без очков можно пользоваться этим телефоном. Итак, вот смотрите, видно, да, все крупное, все большое, видно все очень и очень хорошо. Дальше, клавиши на русском языке, подписано это тоже удобно. Вот смотрите, захочу я радио послушать, написано «радио» прям. Прям написано, видно, да? «Радио». Нажимаю на радио, все. У нас... Глубоко и точно. У нас очень плохо ловит в студии сигнал даже сотовой связи, но здесь, без каких-то дополнительных антенн и наушников, этот телефон ловит отлично. Громкий динамик. Выносливый аккумулятор. Для чего? Для того, чтобы вы, например, на даче занимаетесь делами, отдыхаете, слушаете музыку, слушаете радио через этот динамик. Или дома на кухне готовите. Опять же, музыка должна быть громкой, потому что у вас там и варится что-то, и жарится что-то, и вода еще из крана бежит. Одним словом, вещь полезная, необходимая. Также, смотрите, друзья, здесь клавиши есть какие? Фонарик, есть клавиша опция, есть клавиша запись. Включаю, нажимаю на фонарик, включается вот этот двойной прекрасный фонарик. Вот, пожалуйста, включил, выключил. Еще у этого телефона есть отличная фото- и видеокамера, друзья мои. Он действительно хорош, он удобен со всех сторон. Посмотрите, вот она, вот это фото- и видеокамера. Фото- и видеокамера нашего телефона в телефоне за 1999 рублей. Есть фото- и видеокамера. Для чего? Резонный вопрос. Отвечаю.
для того, чтобы, друзья мои, вы могли легко и просто делать фотографии. Причем, знаете, ну, понятно, что это не какая-то там ультрапрофессиональная мощная фото- и видеокамера. Нет, конечно, но ее качества вполне хватает, чтобы фотографировать текст. Это очень важно. Для чего фотографировать нам текст? Чеки, ценники, визитки, объявления, рецепты, скидочные карты и многое-многое другое. Раньше хранилось на бумажках, раньше было в виде бардака и хаоса. Теперь все систематизировано и упорядочено, и всегда под рукой находится вот здесь. Итак, 1999 рублей, друзья. 1999 рублей – максимально выгодная цена. Самое выгодное предложение сегодняшнего дня. Это самое выгодное предложение сегодняшнего дня. Не упустите свой шанс. Доставка в любой регион нашей страны всего 199 рублей. Уточняйте у операторов, друзья, я бы заказал сразу несколько телефонов. Почему? Потому что вы можете легко и просто сделать полезный подарок не только себе, но и родным и близким. Еще раз говорю, у него громкий динамик, это видно, вот он, мощный, громкий, бумажный динамик. У самых дорогой, у самых дорогих аудиосистем динамики как раз бумажные. Аккумулятор выносливый, видите, большой, мощный, хватает на несколько недель, друзья. Итак, что еще тут есть? Друзья, это очень важно, здесь есть вещь, которая, клавиша, которая вам может помочь, реально может помочь вам. И может даже спасти вашу жизнь. Итак, я вам давайте покажу, что это за клавиша такая. Посмотрите, вот здесь есть клавиша SOS. На нее палец ложится сам собой, то есть вы ее найдете на ощупь без труда. Она отдельная, прям выделенная, важно. Для чего эта клавиша нам необходима? Для чего она нам нужна? Друзья, давайте проверим. Просто нажимаю на эту клавишу. Итак, друзья, нажимаю на клавишу и звучит сирена. Слышно, да? Что это значит? Это значит, друзья, что вы где-то в какой-то экстремальной ситуации, в каком-то чрезвычайном положении находясь, можете подать сигнал SOS, нажав на клавишу SOS, это будет сирена, во-первых, люди подбегут к вам на помощь, и тут же будет еще идти звонок. То есть сам телефон будет набирать нужный номер, который вы установить, который вы запрограммируете. Это может быть родной человек, это может быть просто близкий человек, начальник, в конце концов. Клавишу SOS нажали, привлекли внимание окружающих, они подоспели к вам на помощь, и телефон уже набрал нужный номер. Все. Все очень просто и очень удобно. По-настоящему удобный телефон. По-настоящему хороший телефон по самой выгодной цене, с большими клавишами, с большим удобным дисплеем, для того, чтобы не напрягать ни зрение, ни нервы.